Ну что ж, уважаемые зрители, давно не было видео по всяким записанным кем-то происшествиям. Со стрельбой, конечно. В данном случае не самооборона, а просто, с моей точки зрения, довольно-таки необычная ситуация. Противостояние или попытки противостояния преступника и полиции. Солт-Лейк-Сити. Если я правильно помню, это Юта. Апрель 2019 года. Два видео. Вот преступник, который ограбил 7-Eleven, 7-11 магазин. И потом ездил по городу, стрелял из окна, из карабина. Просто в непонятном направлении. И за ним гнались полицейские из трех разных полицейских агентств. Городская, еще, по-моему, шериф и штат. Вот, в этом белом грузовике. Посмотрите, сколько машин за ним едет. Посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как минимум 10. Сложно. Вот это дорожные камеры снимают. Как видите, разные расцветки у разных полицейских агентств. В одном и том же месте могут иметь юрисдикцию сразу несколько агентств, или может быть соглашение между разными агентствами, которые позволяют им преследовать преступника, или теоретически преступника, нарушителя закона, за пределами своей юрисдикции. Для большей деталей нужно у Максима спрашивать. В общем, здесь он стрелял, и по полицейским тоже. Где, конечно, на видео не показывают, но вот полицейские за ним гонятся. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17. Как минимум 17 полицейских машин за ним едет. Представляете? Но мы потом увидим результат. Сейчас это вот гонка по городу, по чуть ли не центральной улице, с частично иногда стрельбой. Звука в этих камерах нету. Это вообще шоссе I-80, насколько я понимаю. Вот там, где стоит камера. И показывает, кстати, камера, где она находится. Преследует данного преступника. В данном случае уже реально преступник. Начнешь стрелять по полиции, скажем так, не самая лучшая идея в мире. Ну, давайте сейчас немножко прокручу, потому что, реально говоря, хочу показать следующее видео. Вы видите, сколько за ним едет полиция. Причем, они некоторое время не пытались его остановить, но он, судя по всему, сделал что-то опасное. Более опасное, чем просто стрельба. И решили его уже, сейчас увидите, попытаться остановить. Вот видите, еще одна полицейская машина попыталась этот грузовик остановить. Остановить не остановила, но у него, судя по всему, что-то с шиной, и он врезался в этот магазин. И вот там, видите, машинка вот там, вот это вот. Следующее видео, судя по всему, снимает хозяин или водитель вот той легковой машины. Вот он, видите? Вот этот грузовик. И абсолютно правильное действие водителя данной машины. Отъехал. Там, где происходит стрельба, если есть возможность, убегайте, уезжайте, как минимум. Вот. И смотрите, сколько сразу набежала полиция. В общем, видите, разная форма.
То есть это полиция из разных агентств. Тут как минимум три агентства присутствуют. Причем есть люди и с пистолетами, а есть уже и с карабинами, как вы тут видите. Причем они еще не знают, где там что, сколько человек было, и так далее, и так далее. Тут их набежало такое ощущение, человек 30. Ну, просто вернемся на секундочку назад, когда пусто. Видите, нету. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, 29, 30. Я посчитал только слева направо. 30 полицейских. 36, 32, 33, 34, 35. То есть набежало. То есть много народу набежало. И, в общем, вот та самая ситуация. Если попытаетесь отстреливаться от полиции или стрелять по полиции, или еще что-то делать такое, то достаточно много найдется в полиции, особенно в крупном городе. Солт-Лейк-Сити – это не такой же маленький город, если серьезно говорить. В общем, они теперь пошли, поискали, никого не нашли больше. У меня такое ощущение, что вот он там выпал из-под дверцы в самом начале. Вот у меня такое ощущение, что вот это как раз и ноги этого человека, которого застрелили, ну, там на месте, потом дали информацию. Он там ездил по городу, выехал к отелю, потом в отель пострелял из карабина своего, там стекла побил и так далее, и так далее. Вот по нему, соответственно, здесь открыли огонь все, кто мог. Произведено было больше 100 выстрелов по этому грузовику. Жалко хозяев вот это вот магазинчика. Это магазинчик портных для женских или, по-моему, детских костюмов. Princess Alterations называется. Вот он в них, к ним почти въехал. Там вообще, надеюсь, никого не было, никто не пострадал внутри. Один полицейский здесь пострадал от рикошета. Ну и, в принципе, больше никто, кроме вот этого преступника, не погиб и не пострадал серьезно. Вот просто показать, какой может быть массивный вариант ответа, вариант реакции от полиции, особенно когда была вот такая вот ситуация и достаточно много полиции. Не забываем, что в США больше 2 миллионов полицейских обычных. Чисто по сравнению, федеральная полиция в США меньше 100 тысяч. То есть, реально говоря, полиция Нью-Йорка по размеру примерно сравнима с половиной всех федеральных правоохранительных органов США. Из тех, кто имеет право носить значок и оружие. Ну вот такое вот видео. Просто показать, насколько вообще это бывает. Если так вот посмотреть, прибежало больше 30 человек. Но выстрелов было всего около сотни. То есть, реально говоря, стреляло всего несколько человек, получается. Но все, кто стрелял, идут на временную административную работу. То есть, они до окончания расследования не будут на улице, не будут в патрулях. Вполне возможно, что здесь много вот этих полицейских на ближайшие несколько недель, пока не закончится внутреннее расследование, будут сидеть за столом. Вот так вот. Мне просто было интересно посмотреть и рассказать о такой ситуации. Видите, насколько вообще массивный бывает ответ правоохранительных органов. И при этом, при всем, стрельбы как таковой было довольно-таки мало. Все. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам это тоже было интересно. Попытаюсь найти больше видео на тему самообороны, но пока что чего-то их не появляется. Но вообще их мало.
если серьезно говорить. И для тех, кто считает, что полиция в США убивает очень много людей, советую посмотреть на цифры. Здесь их, реально говоря, погибает гораздо меньше, чем во многих более, скажем так, или менее цивилизованных странах. Полиция в США стреляет очень мало и убивает еще меньше. Очень часто полицейские себя подвергают риску. Но все-таки им тоже хочется вернуться домой, живым, к своей семье. Так что, реально говоря, соотношение здесь убитых полицейскими преступниками и тех, кто был застрелен полицейскими, примерно 1:2. То есть на каждого 2 убитых преступников погиб 1 полицейский. По крайней мере, это было на прошлый год. Вот так вот. Если кому интересно, я могу сделать видео на эту тему тоже. Все. До следующего и всего хорошего.